Все-таки выполнение домашнего задания по ноде не очень сочетается с катанием вот на этом вот, да, ДТП, потом в бугор въехал, и потом в бугор въехал на большой скорости, не захотел выключать круиз-контроль, и в итоге перевернулся. Вторая авария, это гораздо сильнее, чем, серьезнее, чем уснул, гораздо серьезнее, чем заснул просто, да, и врезался в знак. Ну, тут состояние грузовика весьма хреновое, да. То есть уже все довольно херово. Но дело в этом, дело в том, что как-то одежда повредилась, блять, и тут неустойка. Короче, эвакуатор вызываем. Так, прибыли, так сказать. Надо не спешить и вообще не заниматься одним делом, двумя делами одновременно. Ну, настроение плохое, на самом деле, сегодня. Так, давайте вот что. Сначала починим шасси. Пиздец, дорого. Все, и здесь в знак первого ДТП, да, повешу в кабину что-нибудь. С левой кнопкой. Нет, я буду вот, знаете, что делать. Вот, вот сюда, нет, табличка. Вот сюда вот что-нибудь. Вот сюда вот кружку поставлю, да. Куда теперь ехать? Я и так в Шеффилде, кстати говоря, да? О, они меня дотащили. Как раз до туда я и добрался. Ой, ладно, теперь необходимо прямо... О, маршрут, конечно, здесь. Ну, вот маршрут с маршрутом что-то, конечно, не то. Вот, ну, они меня дотащили, в итоге я время не потерял, наоборот. Вот, ну, теперь главное не превышать. Что-то у меня там заправку надо сгонять. Это уже Европа. Нет, это все еще Англия. Так, уступи дорогу. Стойку еще платить, пиздец, короче. А время 5:30. Неудачный заезд. Зато у меня есть кружка теперь.
кружкой, конечно, уютнее. Что-то беда. Припаркуемся. А сколько мне стоит? 11 часов на то, чтобы припарковаться. Заправиться. Ну, еще один рейс, можно будет тачку покупать, но надо заправиться. Ближайшая заправка. Хрен его знает, где ближайшая заправка. Ладно, надо потом. Все.